Вот третья часть, она уже заключительная сборки кровати Элиза 1 белого цвета. Вот. Все поставил, я полозья вот прикрутил. Сюда на торцы все по разметкам поставил. Вот это, что плохо видно. Вот, поставил. Это такие специальные пластмасски, которые отжимаются и закрепляются сюда. Вот они у меня на этом примере уже стоят здесь. Вот, я просто накинул пока, чтобы вот они ездили. Вот эти пластмасски. Отжимаешь их, просто высовываешь. Вот они пока вот так. Осталось полочки собрать. Сбить все. Все по инструкции делал. Все четко собирается. Ну, посмотрим, как они станут, конечно. Еще. Могут еще и плохо стать. Так что посмотрим. Сейчас соберу торцы. Вот эти я уже снял. Вот у меня еще осталось. Это снизу будет. Ручки потом прикручу. Вот это. Сейчас торцы поприкручиваю. И все, и будет готова кроватка. Надо, главное, не забывать наклеивать сразу вот эти заглушки, чтобы не было видно болтов. Я уже кое-где наклеил. Вот, вот тут проклеил, ну, видно, не видно, а чуть-чуть видно, что проклеил. В общем, вот так. Соберу еще всю и еще сниму видео, последнее уже, видимо.